DJI Pocket 2, компактная мини-малышка, которая снимает 4К в 60 FPS. Жизнь, кажется, выглядит гораздо меньше. Вот вы посмотрите, сравните с моей ладошкой. Она у меня не самая большая. Также вы получаете вот такой пластиковый кейс. Очень жесткий, а внутри мягкий материал. Здесь мы видим несколько отсеков для разных аксессуаров. Также в комплекте идут два вот таких адаптера. Один на iPhone, другой на Android. Также вот такой переходник, чтобы подключать его к штативу. Почему они это сразу не сделали? Давайте включим его. Занимает несколько секунд, очень быстро. Так, переключим камеру. Стабилизация хорошая, трехосевая. Примеры фото и видео вы сейчас увидите на своем экране. Софи камера iPhone все равно DJI Pocket 2. DJI Pocket 2. Что еще есть? Здесь галереи. Можем посмотреть. Но динамиков, к сожалению, нету. Это есть в другой комплектации. Creator Combo. Чехол. Вот так он вставляется. Легко, просто, компактно. Я сегодня уронил данную камеру, как только купил. Вот защитный чехол вылетел полностью. Здесь слегка поцарапал. Но камера живая, все нормально. Потерял эту штуку, вот нашел. Еще вторую не могу найти для айфона. Какую я вижу? Вторую тоже нашел. 5 часов назад потерял. Эти два адаптера крепятся сюда. DJI Pocket 2 вот не можем вытащить вот этот адаптер. Намертво крепить. Все остальные адаптеры, получается, легко вынимаются. Этот прям... Это родной еще комплектный. Ох! Камера очень сильно понравилась. В ней есть все, что нужно и не нужно. Всем советую. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.